Всем привет, с вами Петерверс, и сегодня мы продолжаем проходить игру Resident Evil 4. Обитель зла 4, можно сказать. В прошлый раз мы остановились на том, что охраняли козёл и его приспешники охраняли этот дом, помещение, так скажу, и мы собирались войти в эту дверь. Ну, что я так верчу? Пошли, короче, посмотрим, что там за дверью. А там что-то интересное. Ну, как обычно. Два каких-то там слепых придурка и фанатики. Да, извините, что так обзываюсь. Так, ну, стой, прекрасно. Засекли. Зараз, засекли. Так. Да что вы... Такие уж и вы и умные. Не встали в ряд. Да блин, блин, блин. Нет, бежим, бежим. Бежим, лучше бежим. Пока что они не отвлекутся на стену там. Так это... Не-не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы им устроим сладкую жутуку. Сейчас взорвут друг друга. Один взорван. Нет! Нет-нет-нет. Тише, тише, я просто заберу и все. И перезаряжусь. И что лучше всего? Не знаю даже, что лучше всего, но возьму-ка я, пожалуй, револьвер. Бабочку. Сломанная бабочка. Магнум. Так. 45-го калибра, тише. Обходим. Мы типа ходим просто такие спокойные по замку. С другом. И выстрелили ему куда-то, непонятно куда. В благу. Его чему? Что за хрень? Что за хрень? Ой-ой-ой. Извини. Не бесись так. Воткнулся в невидимую стену. Это вообще как его, не важно. Что-то лазера, кстати, не видно на рукоятке. Или это я с такой слепой, как он. Блин. Не-не-не. Да, плохо, что перезарядку нельзя отменить-то. Вот, да. Нет, лучше дробовик. Хоть-ка я обычно больше с дробовиками как-то, потому что чуть отклонишься от прицела, все равно попадешь. Что? Там одна дверь пропала. Не знаю, увидно ли вам там было. Там одной двери нету. Наркоманы. Вот там еще сзади пара. Тройка. Понятно. Одевших на голову череп. Монахов. Открываем. Вкусняшки всякие. Вот им хедшот нельзя поставить. Это самое главное. Что с ними нельзя делать. Так, а я пройти сюда могу? Тише, у меня появляется версия. Может, эта дверь взорвалась? Осколки попали. Ну, вы сами поиграйте, попробуйте. Вдруг у вас что-то подобное было. А пока что мы идем в эту дверь. О, там что-то блестит. Да, шпинелька. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Так, ну, хотя, в принципе, можно использовать камеру стрелочки. Это типа вид сзади. Вот это вот типа вид.
Неважно. Вид сзади по умолчанию, да. Вверх посмотреть на люстры. Вниз какой красивый коврик. Что я часто прицел использую. Сейчас микрофон тронул. Надеюсь, вам это ничего не заметно. Пойдем к пистолетикам. Как-то какая-то дверь такая, типа там босс будет или что-то еще. Ладно. Раз, два, три. Что там такое будет? Что там такое? Открыли двери. Связали. Нашу Эшли связали. Леон. Мистер Кеннеди. Вам не кажется, что пора уже завязывать с этим? Завязывать? Ну, на самом деле, проветриться их, правда. На! У нас есть гарпун. Мы зацепились. Надеюсь, вам хорошо видно видео. Где этот сладкий звучок чего-то пронзания? Где этот приятный шум в ушах столкновения? Покажу тебе мой старый трюк. Окей, не дождешься. Не дождетесь. Да как ты смеешь? Ну все, с меня хватит. Убить его. Убить его. Убейте его. Его или Эшли? Быстренько. Будем готовиться к ритуалу. Ладно. Ну, раз нас пытаются убить, Леон, то это лучше. Да, я жив. Я наверняка жив, если это не концовка, конечно. Опять же, не буду спойлерить, буду, типа... Я выжил! 9 жизней! Но это уже не важно, мистер Кеннеди. Так. Моя правая рука расправится с вами. Она такая самостоятельная? Как остроумно, умри! Мерзкий слизняк! Ну, опять же. Слово на слово приходится. На его источник, точнее. Как он? Ну ж, это я что-то там непонятное говорю. О! Корона. Кто украл корону? Хватит на летучих мышей смотреть, я понимаю, что они такие быстрые. Ну все, вы меня достали. Где вы тут? Да ладно, зря патроны трачу. Ладно, хотя бы одну убил. Остальные разлетятся, может быть. Ладно, на этом мы еще не заканчиваем. Мы же только начали. Зачем заканчивать так? Конечно. Так, перезарядим. Прежде чем сменить оружие, его лучше перезарядить. Так. Так. В бабочке 8 патрон. Как это? 6-зарядный револьвер, а в нем 8 патрон. Да, я его улучшил, но... Барабан никак не изменился, по-моему. А вот, кстати, на рукоятке лазерный прицел. Но его не было видно. Так, скорость не изменяется. Вот лучше бы емкость не изменялась. Так, перезарядка 3.0. Тут у нас будет кое-что новенькое. Welcome. Закончил бы здесь, вместо того, чтобы там заканчивать эту серию. Да. Уже мог бы закончить. Ну, здесь и как бы в комментариях написали бы, что мне лучше покупать. Так. Это. Смотрите, тут два углубления, в которые можно что-то вставить. Я оставлю-ка эту корону. Дипломат побольше. Так, чемоданчик. Ну, мы ничего не можем, кейс новый взять, купить. Карта сокровищ. Но я ей все равно почти не пользуюсь. Ну, ладно, куплю. Все равно такое дешевое. Да. Думаю, что нам придется продать каратель. Все равно мы его получили бесплатно. Как он там улучшен? Хотя не, почти улучшен не стоит. Да, вот видите, новый дробовик, страйкер. Так, бабочку. Надо будет бабочку улучшить, всё-таки босс финальный скоро будет. Ну, не скоро будет, и вообще я только половинку игры, возможно, даже прошел. Я плохо мерю как-то там, как я там игру прошел. Мне придется променять это ружье на страйкер или... Да, я тоже скоро это улучшу. Так, все-таки я возьму Маузер, это более такой мой любимый пистолетик. Вообще, я с ним почти никогда не расстаюсь, но все-таки
больше не будет таких парней с щитами, поэтому я все-таки продам каратель. Лучше сами посмотрите, как он будет пробивать насквозь. Возьмем маузер. Вы решили выбрать экономное оружие. Что ж, неплохо, незнакомец. Смотрите, какой урон. Действительно экономное оружие. Экономнее, чем Blacktail, самое главное. Нет, пока что я не куплю его. Придется и ружье, значит, либо променять, либо продать другое. Продать им гранаты, все равно я ими не пользуюсь. Так, только... Да, у меня гранат вообще нет. Так, желтую траву никогда не продаем. Зеленая. Можем продать, в принципе, если два слота занимает, все равно. Маузер. Так. Тише. Надо... Какой тише? Какой, блин, тише? Так, не надо. Так. Так, переместить. Хоп-хоп-хоп. Так, и, пожалуй, нам надо навести порядок в инвентаре. Да еще купить надо будет приклад к этому маузеру. Дополнительное место в рюкзаке съедает. Но все-таки экономное оружие, а я люблю экономное. Чувствую, патроны придется некоторые продать. Да, докатились до того, что патрон придется продавать. 71 патрон, пожалуй, продадим. Так. Где тут приклад для маузера? Да, раньше бы его выбрал уже. А то уже улучшил пистолет, как-то невыгодно продавать. Thank you. What are you buying? Так, а ружье все-таки не променяю на страйкер, потому что мне нравится то, что мощность не уменьшается. Я что, целую серию буду только улучшать? Мне, пожалуй, лучше улучшить бабочку, я буду с ней целую игру. Так. Винтовку снайперскую. Так, я сейчас посмотрим. Да, маузер, надо улучшить маузер. Скорость. Главное, емкость магазина 10. Скорость перезарядки. Вот на скорость перезарядки я вроде бы редко жалуюсь тут. Вообще у любого оружия. Потому что дробовик перезаряжается. Зарядил два патрона, а заряжены все. Такое бывает. Так. Я еще с прикладом хочу. Так. Хотя приклад как-то без приклада. Да. Ну, моднявий. Соединить. Ой. Действительно лучше. Вот, блин, какая отдача-то, точнее, ну, вот ствола тоже. Блин, как это называется? Ну да, отдача меньше и удобней. В общем, меньше дрожит рука, когда упирается, как дробовик, в плечи. Бирюза. Тут ничего нет. Вот так можно ходить, в принципе. Только ходить, извините. Но не бегать. Так, что тут у нас? Ничего. Что такое? Чувствую, что что-то будет плохое. Ладно. Пошли за эту дверь. Что за ней? Что-то интересное. В канализации замка мы. Ладно. Стрелка туда показывает. Что?
Ладно, ладно, я пойду по системе. Азот? Это емкость с жидким азотом. Зачем она здесь? Кого-то заморозить. Ладно. Ладно, ладно. На дверь получи. Люблю, когда в играх можно не только открывать, но и выбивать двери. Тут дважды нажал на открытие двери, и ты ее выбил. Ну так, чтобы она открылась, конечно. Ладно, против системы немного пошли. Надеюсь, мы за это наказаны не будем. А тут пусто. Очень пусто. Плохо. А, не очень даже, не так и пусто. А, да, красная трава, красная трава, красная, красная, красная. Вот. Все, это лучше, чем лекарство. Хоп. Что? Это что, какой-то змеюган? Какой-то змей, наверное. Или чей-то хвост. Кто-то хвостом меня пытается убить. Куда я иду? Буду смотреть на потолок. Красивый тут потолок. Снизу? Очень редко вижу, чтобы... Неважно. Снизу нет, часто, часто. Блин, что я снова говорю, блин? А, еще хвост. Свет хвост. Да. Проблема проблемы. Ой, что я сказал? Проблема проблемой. Неважно. Силовая установка. Включить питание. Я включу питание. Теперь лифт может работать. Пожалуйста, подождите 4 минуты до прихода лифта. Ну, конечно, 4 минуты. Я только не знаю, как время течет. Так. Может, 4 секунды уже, это 4 минуты? Ладно. Видно, надо 4 реальных минуты. Да, 4 секунды прошло. Зона закрыта из соображений безопасности. Надеюсь, временно открыть. Кажется, и пока ее нельзя открывать. Что за чудище? Это чудище рядом с Салазаром, помню, такое было. Ну да ну да ну да ну. Да ну! Блин, чё ты так не уклонился-то? Тише, тише, тише. Бежим, 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 бежим. Я убегаю, убегаю, убегаю. Я ем травку и убегаю. Так. Сбить, значит. Где там? Давай! Все. Кого там, кто-то, кого там надо охладить? На. Как спецназ делает. А ну! На! Ой-ой-ой! Бежим, 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 бежим! Я бегу, бегу! Ой! Черт возьми! Хватит ко мне приставать! Не-не-не-не-не-не-не! Нет! Нет, нет! Открытым! Спасибо большое! Ай! От чего я увернулся только? Не-не-не, не догонишь, не догонишь. Впервые вижу в игре, чтобы меня кто-то мог догнать. Так. Лечилок много. Ой. Тише, тише, тише. Тише. Надо револьвер. 100%. Нам нужен револьвер.
Так, патрон для гранатомета нету, мы их все потратили. Ай! Больно же! Больно! Сейчас тебе самому будет больно. Он боится азота. Давай! Пускай боится. Нет, ну я мазила-то. Один очень редкий патроныш просрал. Так, он убивается, интересно. Ну, ладно. Оп! Блин! Ну ладно. Мне придется вырезать. Так. Ну что ж, увидимся. И вот, наконец-то, вы дождались этого момента. Момента, когда я включил запись. И, к сожалению, у меня часть не записалась. Но это очень близко к тому моменту, как я уже хотел начать записывать. Как видите, в дробовике патронов 0, в инвентаре 0. Для дробовика, конечно. И вот здесь я... Ай! Бросил канистру с азотом. Так... Главное быть готовым всегда нажать на кнопочки, чтобы уклониться. Блин. Ах ты. Так. Здоровье критическое. Так, рекомендую принять лекарство. Где он там? Давай, я готов. Он сюда не может пройти? А, это видно. Со мной. Зря. Сразу. Только опасность появилась. Сейчас на него не подействует, наверное. А подействовал, супер. Так, давай, получай, получай, получай. Жри, свинец. Есть. И что с него выпало? Так, сначала патроны. Лифт прибыл. Да. Сейчас мы отправимся на лифт. Где-то драгоценный камень от короны. Ладно. В моем дипломате драгоценный камень от короны. Остался еще один камень. Давайте посмотрим, как она выглядит. Красота. Они даже светятся, такой эффект света. Вообще супер. Тут графика вообще проработанная, если смотреть, конечно, именно на предметы. Они очень красиво выглядят. Блестят такой глянец и свет еще. Да. С окружением совсем не так. Ну, графика почти как Half-Life, только на предметах она не похожа. Ладно, пошли к лифту. Я все-таки запишу эту серию. Все-таки я запишу эту серию. В прошлый раз я не мог записать. Точнее, ну... Долго, то есть, не записывал. А почему я долго не записывал? А потому что... Как его? Ладно, скинем. Для проверки так. Долго я не записывал. Потому что у меня голос там был в записи слишком тихий. Слишком тихий голос был. Я только сейчас вспомнил. Да. Аж 1% на микрофоне. Это было очень плохо слышно. Я поставил на 100%, чтобы было слышно нормально. Да, и мой микрофон работает на полную мощность. И извините, что вы меня плохо слышите. Ладно, привести в действие. Спускаемся на лифте. А что там внизу? Очень даже интересно. Да, вернулся бы, сохранился. А назад можно вернуться, интересно? Вот интересно. Из замка выбраться нельзя было. Но из этой канализации тоже. Ну, кроме как пройти, выбраться нельзя. Похоже, у Салазара возникли трудности по усмирению. Ладно, посмотрим. Что ж, Салазар упустил свой шанс. Краузер, приведи девчонку. И избавься от этой американской занозы. Будет сделано.
Нам предстоит драться с ним, как я понял. С этим Джек Краузером. Ладно. Ну, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте и оставляйте свои комментарии насчет того, как я могу улучшить свое видео. Ну и нравится ли оно вам. Всем пока.